привет. Короче, машина не заводится нихуя, Ford. Только изи стартом. Только изи стартом. Что может быть, хрен его знает пока. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу сделать, чтобы какая-то ошибка вышла. Диагностика вообще пусто, ничего не говорит про двигатель. Мне надо сейчас одну ошибку сделать, это, например, отсоединить топливную рампу, сенсор, или примерно инжектор один, ну любой предмет, который касается до двигателя. Сделать ошибку, а потом, чтобы он удалил его. Когда удалится ошибка, и он должен завестись. Если не заведется, значит будем бегать по топливной системе. Так. Так, сейчас мы первый сенсор откручиваем. Вот этот откручиваем. Топливная рампа, бля. Там, наверное, замок стоит. Так, я вот оценил рампу. Должен ошибка выскочить. Давай еще. Стоп. Батарея слабая нахрен. А? А, все равно выключается, не заводится? Ну давай сейчас изи стартом захуяем. Сейчас, короче, изи стартом заведем. И дальше начнем плясать. Так, короче, сейчас мы фильтр снимем. И через фильтр изи стартом. Да. А ну давай сейчас все. Крути. Ну. Давай. Трясется. Точнее, на газу держим. А? Сейчас фильтр поставлю, чтобы он так не вел. Что получается? Короче, изи стартом, когда я завожу, изи стартом, машина работает. Без проблем. Тяга великолепная. Все. Только заглушу, стартер крутит, машина, двигатель не заводится. Думаю, ошибка писала потом на диагностике. Иммобилайзер. Вызвал я своих коллег, проверили, новый ключ сделали. Все одно и то же. Все, мы уже решили, что иммобилайзер тут ни при чем. Будем дальше смотреть. Это Ford, понимаете? У них причуды много очень. Так, что я первым долгом делаю, это сейчас. Что, короче, мне надо делать, это может быть и регулятор. Регулятор давления. Может быть из-за рампы. Может быть из-за датчика давления рампы.
Короче, может быть много чего. Сперва мы делаем, откручиваем сенсор. Сейчас мы его поменяем. У меня доноры есть. А? А. Так, вот он, донор. А вот мои. Да, там нет ничего, бля. Свое, бля. Сейчас мы проверим. А ну попробуй вынести. Немножко воздух там попал, но это не страшно. Сейчас мы попробуем изи старт. Ты принес изи старт? Изи старт приносил? Принеси, пожалуйста. Так, вот смотри, сейчас я. Давай, Даня. Видите, работает. Только если дистартом будешь пользоваться. Сейчас минут 5 пускай поработает. И посмотрим, что дальше будет. Заглушим и будем пробу заводить. Дыма нету вообще, видите. Идеально работает. Но нихуя не хочет заводить, зараза. А ну глуши! Так, а ну попробуй завести. Нет. Короче, грушу поставили, фильтр поменяли. Давай. Потому что, бля. Заглуши. Ну вот сейчас заводи. Все. Все, признак у него. Короче, он не заводится. Только с помощью изи старта заводится. Сюда баллончиком брызгаешь. И только тогда заводится. Можно ездить целый день. Только заглушишь. Все. Надо бежать изи стартом делать. Сейчас я вот это бушный взял. Поменяю. И покажу, как его поменять. Так, вот ключ разводной у меня, конечно. Так,
Такого нету ключа с собой. Но это ключ хороший. Мы это все выбираем отсюда, потому что все это будет мешать вам, понимаете? Также отсюда клеем снимаем. Убрать полностью провод надо. Все убрали. Так, сейчас берем ключ и распаковываем его. Чуть-чуть зажать надо. Там ничего не выпадет, так что не переживайте. Так, вот другой. Да, сейчас мы его закручу. Так, все, ребята, я это сделал работу, все одеваю на свои места, это сюда, довели с помощью изистата, чтобы воздух в системе прошел. Все, сейчас будем глушить, глуши. Заводи. Все, ребята, работа сделана, чисто и классно. Ставьте лайк. Бай-бай.